Леди в политике, бизнес-вумены, дамы, которые выбрали другую профессию, многодетные мамы. Сегодня состоялся финал республиканского конкурса «Женщина года Беларуси». Участницы те, кто посвятил свою жизнь медицине, образованию и сельскому хозяйству, сферам, где женщины успешно теснят сильную половину человечества. В финал вышли 35 кандидаток из всех регионов страны. Лучших в этом году выбирали в 5 номинациях. Мы хотим, чтобы наши семьи, наши дети, наша страна, они были счастливы, и чтобы мы были в постоянном развитии и движении вперед. Роль женщин просто невозможно преувеличить, она очень велика. И поэтому, конечно, этот конкурс предназначен еще раз для того, чтобы сказать, женщины в нашем государстве – это великая сила, и на самом деле за нами будущее. 8-й год подряд награждает победительниц самая авторитетная женская организация нашей страны – Белорусский союз женщин. Начиная с 2009-го, а именно тогда глава государства поддержал эту инициативу, лауреатами конкурса стали более 300 представительниц прекрасного пола.